Звук проверяем. Дамы и господа, уважаемые коллеги, дорогие друзья, мы начинаем наш рабочий научно-практический брифинг, посвященный старту Международного космического наземного эксперимента «Сириус-21». Небольшая историческая справка. 28 октября 1963 года постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР был основан Институт биологии и медицины космонавтики. В 1965 году он стал Институтом медико-биологических проблем. И ровно 58 лет назад, именно 4 ноября 1963 года, приказом министра здравоохранения, он был назначен головной организацией в стране по проблеме космической биологии и медицины. С первых дней своего существования институт последовательно и системно проводил фундаментальные и рабочие исследования по решению проблем медико-биологического обеспечения человека в орбитальных и межпланетных космических полетов. Наземные эксперименты с участием исследователей, добровольцев являются непременной составной частью подготовки человека к дальнему космосу. Надо сказать, что таких экспериментов было проведено несколько десятков. Наиболее интересное, я могу вспомнить, это в первую очередь эксперимент годовой медико-технический, который был проведен в 67-68 году. Следующие эксперименты очень интересные были, несмотря в 90-е годы, несмотря на все сложности этих годов, была проведена целая серия экспериментов. В первую очередь вспомню эксперимент Хьюбис 1994 года, когда по контракту с Европейским космическим агентом перед полетом Томаса Райтера мы провели 135-суточную гипоизоляцию. Надо сказать, что эксперимент экопсихологии, психологии, сфинкс эксперимент и, конечно, выдающийся эксперимент Марс-500 по моделированию пилотируемого полета на Марс. Сегодня мы говорим о программе «Сириус». Главными организациями по организации проведения этого эксперимента является Государственный научный центр Российской Федерации, Институт медико-биологических проблем Российской академии наук и Human Research Program НАСА. В программе также участвуют
представители Европейского космического агентства, немецкого, французского, космический центр Мухаммеда бен Рашида из Объединенных Арабских Эмиратов, ученые из различных институтов и университетов Германии, Франции, Бельгии, Италии, Канады, Беларуси, Японии, более 10 стран. Очень широко представлены российские ученые и специалисты. В этой связи хочется отметить широкое участие Центра подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина, который нам рекомендовали командиры экипажа Олега Владимировича Блинова. И, конечно, они будут выполнять замечательную программу в этом эксперименте. Хочется отметить такую большую научную программу научного центра мирового уровня «Павловский» и целый ряд множества других российских организаций. У нас здесь присутствуют наши гости и соратники. Я хочу первое слово предоставить Ватановскому Денису Владимировичу, заместителю директора административного департамента госкорпорации «Роскосмос». Спасибо, Макс. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, позвольте от имени и по поручению руководства госкорпорации «Роскосмос» поприветствовать вас сегодня и поздравить с открытием третьего этапа эксперимента «Сириус-21». Как вы знаете, в настоящее время и госкорпорация «Роскосмос», и нашими зарубежными партнерами формулируются задачи по организации пилотируемых миссий для изучения ближайших объектов Солнечной системы. Конечно же, без отработки всех психофизических и медицинских аспектов длительного пребывания экипажей для таких миссий невозможно, наверное, их успешно осуществлять. Поэтому крайне важно проведение подобных экспериментов. Отрадно, что этот эксперимент является международным проектом, еще раз показывая всем нам, что сотрудничество в области изучения космоса по-своему стирает государственные границы, избавляет нас от противоречия, заставляет двигаться к совместным целям. Я уверен, что результаты, полученные в ходе эксперимента, помогут не только нам продвинуться в области подготовки экипажей к длительным экспедициям, но, наверное, это будет очередным шагом для всего человечества к реализации тех задач, которые оно перед собой ставит по человеческой экспансии в ближайшем космосе. Я бы хотел пожелать участникам эксперимента, конечно же, мужественности и стойкости, а нашим партнерам, давним друзьям из МППРАМ, успешного проведения всей программы эксперимента. Спасибо. Спасибо большое. Сереж, нашим коллегам дай микрофон. Нет? Сейчас я представлю. Госпожа Триша Мак, директор программы пилотируемых космических полетов НАСА в России. Good afternoon. I'm here on behalf of NASA, and I'm very honored to be here on such a historic day. So much work has been put into just reaching this point. So many obstacles had to be overcome. I hope the whole team and the crew take a moment to reflect on just getting to this point. I also want to thank the prime crew and the backup crew for their service. I had the opportunity to meet the US crew a bit, and of course they're accomplished, they have impressive resumes, but what strikes me the most is the kind of people they are. They're humble, they are down to earth, they're team players, and of course they really want to contribute to this mission. Basically, if I was going to be in a habitat for 8 months, these are the type of people I'd want to be with. I'm certain the same can be said for our UAE and our Russian colleagues. Finally, I would like to thank the whole Sirius team to take a moment and look at what can be accomplished when nations come together for the greater good. And for the crew, I wish you the best in your 8 months. I eagerly await all of the hard work you're going to be doing, and I look forward to seeing you next summer. Thank you. Спасибо. Thank you very much. Just a moment, we'll be translate, please. Да, ну, вкратце хотелось бы сказать от имени НАСА о том, что данный эксперимент, безусловно, является определенным достижением, и при его реализации было преодолено большое количество сложностей, но, тем не менее, данный эксперимент состоится.
Я также хотела бы отметить, что я встречалась с участниками данного эксперимента и хотела бы отметить, насколько они, с одной стороны, простые, приземленные люди, но при этом они понимают тот вклад, который они будут совершать, принимая участие в данном эксперименте. И также я хотела бы обратиться к организаторам данного эксперимента и поблагодарить за тот вклад, который вы также совершаете, и то, что вы обеспечиваете взаимодействие между различными странами пиво-организации. Поэтому всем хотел бы пожелать удачи и экипажу в первую очередь. Thank you very much. Спасибо. Сейчас выступит глава постоянного представителя Европейского космического агентства в России Рене Пишель. Дорогие коллеги, от имени Европейского космического агентства я хочу пожелать экипажу всех возможных успехов в этом эксперименте и, конечно же, здоровья в это сложное для нас всех время. Для нас эксперимент Sirius является как бы логическим продолжением эксперимента Mars-500. В этот раз мы участвуем без прямого участника и только экспериментами. И этот эксперимент для нас является как бы подготовкой к полету на Луну. Мы участвуем в кооперации с НАСА в программе Gateway. И мы надеемся, что через эту кооперацию, через, может быть, 10 лет, все-таки один европеец может поставить свою ногу на поверхность Земли. Ну и, конечно же, мы... Для нас этот эксперимент также является еще одним примером международного сотрудничества. И мы ждем, не дождемся запуска нашего астронавта Матиас Маурер на МКС. Рене, спасибо большое. Хочу сказать, что хотя добровольцы из Европейского космического агентства в этом эксперименте не участвуют, во многих экспериментах и программе Mars-500 они принимают самое серьезное участие. Программа научная Европейского космического агентства, она очень хорошая. Причем мы уже договорились с нашими коллегами, что они участвуют не только в 8-месячном эксперименте, но мы уже планируем их участие в годичной миссии, которую мы планируем в 2023 году. Спасибо. Теперь, значит, с большим удовольствием хочу вам представить нашего коллегу и друга Салема Аль-Мари, помощника генерального директора Космического центра имени Мохаммеда бин Рашида из Объединенных Арабских Эмиратов. Спасибо большое. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's an absolute honor for us to be here representing the United Arab Emirates and the Mohammed bin Rashid Space Center in what is a historic first mission for the United Arab Emirates, joining the Sirius 21 analog 8-month isolation study. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Для меня огромная честь и удовольствие быть здесь сегодня в этот исторический день для Центра имени Мухаммеда бен Рашида и Объединенных Арабских Эмиратов и приветствовать здесь и принимать участие в этой важной миссии, в этом аналоговом эксперименте. This is, of course, in line with our strategy of going forward, exploring the Moon and Mars. We have a rover which we are sending to the surface of the Moon next year. We have 4 astronauts currently training in Houston for future space missions, and we are planning on building an analog to simulate conditions for Mars in the Mars Science City in Dubai. Эта миссия является частью нашей более широкой стратегии, которая включает в себя активную программу пилотируемых космических полетов, марсианские миссии, а также создание марсианского научного городка, включающего в себя разработку аналоговой среды для имитации полетов на Марс. I'd like to thank our colleagues in IBMP and also in NASA and ESA, our colleagues here working with us, and it's an absolute pleasure and honor for us to join. Thank you very much. Я бы хотел поблагодарить наших коллег из ИМБП, ЕК и НАСА, работающих с нами рука об руку и делающих все это возможно. Спасибо большое. С большим удовольствием хочу представить официального представителя Центра подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина Дубинина Владимира Ивановича. Он является заместителем начальника по науке и развитию. Уважаемые коллеги, рад приветствовать вас на этой конференции, да, на пресс-конференции и брифинге. Да.
Мы точно понимаем, что экспансия человечества в космос возможна только с участием человека. Поэтому вот все вот эти мероприятия, которые проводятся в рамках «Сириус», это в первую очередь подготовка все-таки длительным экспедициям, которые пойдут, в общем-то, в тот самый дальний космос. Центр подготовки космонавтов очень рассчитывает на успешное проведение всех исследований, которые будут проведены в рамках вот этой программы. Мы акцентированно подготовили программу исследований Центра подготовки космонавтов, которые, конечно, мы в первую очередь хотели бы понять, насколько возможно обучение новых и приобретение новых навыков в период вот такой длительной изоляции в достаточно ограниченном экипаже. Поэтому пожелаем этому экипажу и программе «Сириус» успехов и предлагаю все-таки готовиться к тому, что у нас будет очень успешный эксперимент. Спасибо. Передайте, пожалуйста. Спасибо большое, Владимир Иванович. Сейчас с большим удовольствием я представляю слово Игорю Кофману. Он многие годы работает с нашим институтом, и в частности он является менеджером по международной научной интеграции и операциям НАСА Human Research в России. И в проекте «Сириус» он является официальным представителем наших американских коллег и возглавляет офис пребывания в нашем институте. Спасибо, Марк Самуилович. Я, с вашего позволения, выступлю на двух языках. Сначала на английском, потом на русском. Окей. Dear friends, colleagues, guests, I'm very excited to be here today. Today is a big day for all of us. It's a culmination of a long, winding road, culmination of the preparation phase and planning for this mission, for the 8 months isolation mission. And at the same time, it's a beginning of the next chapter that's going to be equally challenging. And it so happens that today I'm the only representative of the Human Research Program in Moscow. I have been here for a long time. My team and I have been involved in every step of the way preparing for this day and for what's to come. But as we know, it takes a village to get here. So I represent a huge number of, a huge village of NASA HRP community, management, researchers, scientists, and a variety of experts who would all love to be here today, but they couldn't. And therefore, I will speak on everybody's behalf. I'll take a moment to translate myself into Russian. Дорогие друзья, коллеги, гости, я очень рад присутствовать сегодня на этом мероприятии. Это очень торжественное и трогательное мероприятие для нас. Это кульминация сложного пути подготовки к эксперименту, фаза планирования. Вот. И в то же время начало следующей фазы реализации эксперимента самой восьмимесячной миссии. Сегодня представляю огромное количество своих коллег из Хьюстона и из других уголков Соединенных Штатов, которые работали над этим проектом, исследователи, руководство и большое множество специалистов, которые по понятным причинам не могли все присутствовать здесь сегодня. But one of HRP leaders, my boss, director of Human Research Program, NASA, David Bauman, he came very close. He really wanted to be here. Just so happened he couldn't, but he did send me his notes, and I would like to, with your permission, read the remarks from Mr. David Bauman, director of NASA Human Research Program. Greetings from Houston, Texas. Dr. Steve Platts and I regret we're not able to join you all in person on this exciting day, but we're definitely there in spirit and watching this event on YouTube. It has been a long road to come to this day, but we applaud our IBMP partners for overcoming all challenges and obstacles to start this fantastic analog mission. HRP appreciates being able to learn from the past experiences our IBMP colleagues have provided and to collaboratively build new knowledge with you going forward. We're extremely pleased to welcome our new collaborators from the UAE and look forward to the start of many future collaborations with them in analogs and space. Thank you especially to the dedication of the IBMP and NASA teams working on the ground at the neck
that are making this mission possible. This is truly a unique mission, and I'm in awe of the perseverance and imagination the global team put into getting us here. To the Sirius 21 crew and their backups, and I hope they can hear us now, we want to thank you for your willingness and personal sacrifices you're making to make future exploration spaceflight missions more achievable and safer for humanity's next generation of space explorers. Good luck, and know our deepest gratitude is with you on the start of this unique journey you will be all making. This is signed by David Bauman, Director of NASA Human Research Program, and Dr. Steve Platts, the Chief Scientist for HRP. И с вашего позволения на русском повторю тоже приветствие. Приветствуем вас из Хьюстона. К сожалению, доктор Платц и я не можем находиться рядом с вами в этот радостный день. Но, конечно же, духом мы с вами и сейчас смотрим эту трансляцию. Путь к этому дню был долгим, и мы благодарны нашим партнерам ВМБП за преодоление проблем и препятствий для того, чтобы начать этот фантастический эксперимент. Программа HRP высоко оценит возможность участия, учиться на прошлом опыте, полученном нашими коллегами из ВМБП, и далее совместно приобретать новые знания вместе с вами. Мы очень рады приветствовать в проекте наших коллег из Объединенных Арабских Эмиратов и ожидаем начала новых совместных проектов с ними как на Земле, так и в космосе. Особая благодарность сотрудникам ВМБП и НАСА, работающим в НЕКе, целеустремленность которых сделала этот эксперимент возможным. Это действительно уникальная миссия, и я поражен упорством и творческим мышлением нашей общей команды, благодаря которым мы сейчас здесь. И обращение к экипажу «Сириус-21» и дублирующему составу. От имени НАСА мы хотим поблагодарить вас за ваше участие и самоотверженность, которые позволят реализовать будущие дальние полеты и сделать их более безопасными для следующего поколения космических исследователей. Мы желаем вам удачи и выражаем нашу глубочайшую признательность в день старта вашего уникального путешествия. Спасибо, извините за... Спасибо, доктор Кофман. Сейчас с удовольствием я представлю вам исполнительного нашего директора нашего проекта Сергей Алексеевич Пономарев. Но у меня такое впечатление складывается, что наш друг и соратник доктор Кофман Сережа съел твое время. Поэтому будь весьма краток. Я с удовольствием уступаю свое время нашим коллегам из НАСА. Уважаемые господа, в завершении хотелось бы дать немножко деталей про наш проект. Это действительно совершенно уникальный эксперимент, который проводится в интересах пилотируемой космонавтики, в интересах освоения дальнего космоса. Всего в эксперименте запланировано более 70 экспериментов по различным направлениям, таким как психология, психофизиология, биохимия, физиология, метаболизм, иммунитет, санитарная гигиена и микробиология. Также будут проведены различные операционно-технические эксперименты, основная цель которых заключается в том, чтобы повысить реалистичность миссии для экипажа. Это будет 8-месячный эксперимент, в нем будет принимать участие гендерно смешанный экипаж, трое мужчин и трое женщин. Я надеюсь, что все будет у нас хорошо в этом эксперименте, и хочется пожелать экипажу удачи в выполнении научной программы в этой сложной, но очень ответственной миссии. Спасибо. Сергей Алексеевич, спасибо. Немножко по ведению нашего брифинга. Сейчас мы пригласим сюда замечательный экипаж, и вы сможете его послушать и снять. У меня убедительная просьба ко всем, кто захочет задать вопросы. Мы это можем сделать в конце и руководителям, и членам экипажа. А те, кто пожелает сделать интервью с каждым из присутствующих здесь индивидуально, сразу после того, как экипаж зайдет в объект, это можно будет сделать. Спасибо, Сергей Алексеевич. Вызываем экипаж. Уважаемые коллеги, пожалуйста, давайте немножко переместимся вот сюда, за эту черту, чтобы не контактировать с экипажем. Всех сюда. Окей. Уважаемые члены экипажа, мы ждем вас для участия в брифинге. Мы рады приветствовать вас. Я командир
Что-то у нас, посмотри, может, где получим. Я Блинов Олег, командир международного экипажа «Сириус-21». Цель нашей миссии – это в течение длительного времени, 240 суток, выполнить достаточно интересную, большую научную программу, связанную с исследованием физиологического, психологического, иммунного, операционно-технического и иных научных задач. И экипаж, который я возглавляю, он на протяжении предстартовой подготовки прошел полный объем. Я считаю, что те знания, которые мы принесли сюда, учитывая, что каждый из нас является специалистом в своей отрасли, в своем профессиональном, имеет свои профессиональные достижения, он проявит себя на максимальном уровне. Что я хочу получить от этого проекта? Учитывая, что это один из первых уникальных космических проектов, который позволяет сымитировать полет в данный космос, начиная от старта, выведения на орбиту, в дальнейшем межорбитальный перелет Земля-Луна и выполнение задач, связанных с встречей грузовых кораблей до поставки того научного оборудования, которое необходимо будет для выполнения научных программ, а также выполнение имитационных выходов на лунную поверхность, выполнение задачи по перемещению пешим и на специальных устройствах в виде роверов, имитирующих лунную поверхность, и возвращение обратно. В процессе предполагается выполнение задачи с множеством технологий, в том числе передовых, как VR-технология, которая даст возможность нам максимально приблизить то представление, которое мы в дальнейшем будем иметь при полете в дальний космос. Сейчас мы думаем о Луне, но я надеюсь, что через 10 и на количество лет чуть дальше мы будем думать, практически думать об освоении Марса. И я, как представитель Центра подготовки космонавтов, очень надеюсь, что тот опыт, который я получил в этой организации, в отряде космонавтов, я максимально приложу для того, чтобы этот проект был выполнен на высоком уровне. Я очень надеюсь, то, что те результаты, которые мы здесь получим, и мы передадим нашим научным руководителям, постановщикам экспериментов, дадут достаточно хорошее основание сделать серьезные шаги при планировании дальних космических полетов. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Эшли Ковальский. Я борт-инженер этой миссии. И я очень рада здесь быть сегодня с вами. Я горжусь тем, что я могу представлять мою страну, НАСА и всех американцев, которые хотят сделать космос ближе. Это очень серьезный и важный эксперимент. И знаю тоже, что все результаты этого эксперимента помогут реализовать полет человека в другим планетам. И сейчас чуть-чуть по-английски. It's just a really great honor and a great responsibility for me to be here today. I'm very proud to be representing America and the U.S. And I know that this will really be an important part of furthering our goals of long-duration human spaceflight. Это очень сложная задача, сложнее, чем обычная жизнь. Но я знаю, что мы все готовы. И хотела тоже сказать спасибо всем, которые помогли нам подготовиться. Спасибо. Hello, everyone. My name is William Brown. I am a mission specialist here. It's, as Ashley said, it's an absolute honor to be here to represent my country and to be a part of such an international crew, three countries, three regions of the world represented. And так и в честь этого, что это международный проект, я вам скажу на русском, что это, конечно, большая честь здесь быть с вами сегодня. Это большая честь быть частью экипажа, где там есть три страны, три региона мира. Так что иногда мы чувствуем, что наша жизнь довела нас до
какие-то моменты, и я до каких-то моментов, и я так сейчас чувствую себя. Так что большая честь, и спасибо вам большое. Здравствуйте, меня зовут Кириченко Виктория, я врач экипажа. Я буду отвечать за здоровье этой команды на протяжении 8 месяцев. И это замечательно — делать свою любимую работу и посвящать себя науке и космосу среди этих замечательных людей. И также я хочу сказать большое спасибо организаторам этого большого проекта. Без вас мы не стояли бы здесь. Спасибо большое. Здравствуйте. Сейчас я говорю по-русски. Меня зовут Салих Умар Аль-Амри. Я из ОАЭ. Я испытатель космонавт в космический центр Мухаммад Бен Рашида в Дубае. Я очень рад быть первым космонавтом-испытателем в этой миссии. Я приехал сюда, чтобы участвовать свою страну в этот международный научный проект Сирос 21. Я желаю, что миссия будет удачей и хорошей. Спасибо вам, спасибо большое от сердца. Здравствуйте, меня зовут Корякина Екатерина, я исследователь миссии. Хочу выразить огромную благодарность Институту медико-биологических проблем РАН и, в частности, команде отборочной комиссии, которая отбирала членов экипажа в данный эксперимент, за то, что у нас получилась такая сплоченная и дружная команда. Если быть честной, с этими людьми можно полететь и на Марс. И в такой воодушевляющий момент, конечно, хочется помечтать о будущем. И если представить, что чуть больше сотни лет назад межконтинентальные полеты казались мечтой, то сейчас пришло время задуматься уже и о межпланетных и дальних миссиях. И замечательно, что в этот день три страны объединились для такой большой задачи. Спасибо. Спасибо большое. В этом эксперименте объединились 11 стран, как минимум, и это очень здорово. Но еще хочу повторить, что главные организации — это Институт медико-биологических проблем РАН и Human Research Program Соединенные Штаты, НАСА. У нас есть возможность задать вопросы ребятам, и каждый желающий это может сделать. Ну, давайте лучше зададим им вопросы. Если нужно будет кому-то из руководства задать вопросы, мы тоже это можем сделать, но мы можем это сделать и после старта. Поэтому, если у кого-то есть вопросы, ребят, поднимайте руку, и по очереди будем. Так, пожалуйста. Уважаемые участники эксперимента, здравствуйте, Евгений Нипот, Россия 24. Мы все говорим о строгой науке, но все остаемся людьми. А вы не могли бы рассказать, у кого-то из вас есть какие-то талисманы или что-то связанное с тем, что будет напоминать вам дом? Расскажите, пожалуйста, об этом предмете, может быть, или изображение какое-то. Вот было бы интересно узнать. Ребят, огромная просьба. Значит, здесь на первом этаже идут съемки. Отвечая туда, смотрите вперед. Спасибо большое. Конечно, каждая экспедиция, которая летит в дальний космос, она берет с собой какое-то напоминание о том, что у нас осталось на Земле. И мы в том числе на этапе подготовки очень тесно имели возможность общаться со своей второй половиной, так называемой дублирующей экипаж, которая стала также нашей семьей. Не только та семья, которая осталась дома. Конечно, мы все о ней помним, и у каждого есть свой символ. Но то, что мы с собой взяли, я хотел бы сейчас всем показать, это та эмблема. Она, может быть, не является основной, но это то, что нас объединяет. Объединяет 12 человек, которые приступили к подготовке для того, чтобы вступить в 200-суточный имитационный полет.
Это фон звезда Сириус, спектральный ее вид. Это на переднем плане Луна, как цель освоения. На дальнем Луна – это то, что перспектива. И космические перчатки – это пилотируемое исследование для того, чтобы в дальнейшем осваивать эти космические дали. И то, что они направлены в одном направлении, это говорит о том, что все усилия участников эксперимента, они направлены в одном направлении – получить научные данные для того, чтобы дальше продвинуться для освоения дальнего космоса. И тут изображены все флаги стран-участников именно экипажа. Это не говорит о том, что те, кто является постановщиками, они не являются основной частью. Они тоже здесь. И в центре, конечно, это большой проект «Сириус». По периметру все имена 12 человек, которые явились кандидатами в данный проект. И это является нашим каким-то символом, который мы готовы пронести на протяжении 240 суток, я думаю, и в последующей жизни. Спасибо, Олег. Кто-то из ребят еще хочет добавить? Уильям, пожалуйста. Здравствуйте. Я могу ответить на этот вопрос. Я брал с собой кепку. На самом деле, эта кепка для меня очень важный талисман, потому что много лет назад я служил в Ираке. И когда я был солдатом, я брал эту кепку с собой на каждой миссии. Так что для меня, если честно, каждый раз я летаю куда-либо в другую страну, я беру с собой эту кепку. И на этой кепке есть флаги всех стран, многих стран, где я побывал. Так что для меня у меня такая кепка, и я считаю, что это очень важная миссия. И это мой удачный талисман, так что я брал с собой именно эту кепку тоже. И, конечно, у нас эмблемы наши. Так что. Уильям, спасибо. Девочки, мальчики, члены экипажа, хотите кто-то сказать? Или пойдем, смотри, как. Салих, пожалуйста, если что-то хочешь сказать, пожалуйста. I will speak in English. First of all, I'm really happy actually to be a part of this international scientific team and participating in this project. I will represent my country as the first Arab country to participate in this mission. We actually are gonna do many experiments inside, 70 experiments, which are gonna also help for paving the way to, to the moon or to the Mars and beyond also. So I just want to speak in Arabic. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جدا فخور بتمثيلي لدولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي في هذه المهمة. هذه المهمة الأولى لدولة الإمارات. أتمنى كل التوفيق لي ولجميع أفراد الطاقم لأن المهمة طويلة 240 يوم. بإذن الله إن شاء الله راح نأدي أحسن ما عندنا ونمثل الوطن خير تمثيل ونرد إن شاء الله نحن رافعين الرأس ونرد لكم الخبر الطيب بإذن الله. Thank you. Да, я очень рад быть частью данного проекта. Это очень важный проект для нашей страны. Мы представляем в этом проекте ряд экспериментов, которые направлены на получение новых знаний в области космической биологии и медицины для полетов в космос, на Марс, к далеким разным планетам. И я так понимаю, на арабском было примерно то же самое сказано. Поэтому да. Уважаемые коллеги, спасибо за вопрос. Кто хотел бы следующий спросить? Вы уже спрашивали. Первый канал телевидения. Вы 8 месяцев будете оторваны от обычной среды. У вас не будет интернета, не будет телефона. Вы не боитесь выйти из этих дверей уже немножко в другом мире, с учетом того, как быстро сейчас меняется обстановка в мире, например, с той же пандемией? Что вы вообще боитесь пропустить за эти 8 месяцев, находясь в изоляции, относительной, конечно, изоляции? Спасибо. Ко всем членам экипажа вопрос. Кто хотел бы ответить? Доктор Кириченко. Мы, безусловно, выйдем другими людьми из этого эксперимента. Но, наверное, мы боимся пропустить локдаун. Так, если нет желающих, можете не отвечать. Но если есть желающие, отвечайте. Учитывая, что во время подготовки мы погружались в имитацию изоляции. Я вам хочу сказать, при том плотном объеме информации, который мы имеем внутри, честно говоря, полностью абстрагируйся от внешнего. И
думать о внешних проблемах не приходится. Конечно, может быть, если у нас будет перерыв в информационных каких-то вещах внутри, тогда появится желание узнать, что снаружи. Но на текущий момент получается так, что тот объем информации, который мы имеем внутри, он преобладает. И, честно говоря, у меня не возникало особой потребности, чтобы анализировать, что происходит за пределами. Спасибо, Олег. Кто-то хочет еще на этот вопрос ответить? Если да, то да. Если нет, то следующий вопрос, пожалуйста. Да, пожалуйста, представьтесь. Сергей Тюрин, Роскосмос ТВ. Вопрос всем участникам эксперимента. А будет ли у вас личное время, запланировано ли оно вообще, и на что его можно потратить? Конечно, никто не собирается нарушать трудовой кодекс и требования по охране труда. Все режимы, 8-часовой рабочий день, он будет сохраняться. Но учитывая, что мы фактически будем находиться на рабочем месте, да, может быть, то свободное время, которое у нас будет, мы его будем заполнять подготовкой к следующему дню. Но вот как раз мы, находясь в этом длительном изоляционном эксперименте, покажем, расскажем, как мы будем распределять это время, на что нам будет хватать времени, на что нет. Но я думаю, проблемы со свободным временем не будет. Наверное, проблема будет тогда, когда этого времени слишком много будет. Эшли Ковальская. I'll start in English, if that's okay. So yeah, I just like Oleg said, I don't think that, you know, we're not going to have too much free time, but when we do, I plan on, you know, just reading a lot. Но буду вообще очень-очень много читать технические и нет технические книги. I want to, you know, document this whole experiment as much as possible. Plan on journaling every day, writing down our experiences, what we learned, what we didn't learn, what were our problems, what were our social interactions, and kind of keeping a personal account of what happened throughout the entire mission. So that's really important for me, and I know documenting that will, you know, help. You know, me realize the importance of, you know, why I'm here and keep me motivated as well. William, translate, please. Help. Еще хотелось бы добавить, что мы будем заниматься документацией, я буду заниматься документацией, очень тщательно документировать все, что происходит внутри гермообъекта, документировать события, документировать эксперименты и тот опыт, который мы получаем, в том числе во время персональных отношений друг с другом. И это все будет тщательно задокументировано, это в дальнейшем может тоже как-то помочь. Есть желающие ответить? Okay. Welcome. Okay, I will speak in English. During my free time, actually inside, I will spend it by reading books, by doing some activities that I want to do it actually during my free time, like playing chess, sitting with the team, talking about our futures. We will also try to bring some games in order to making our time very enjoyable. So I think that's all about the free time. Я буду читать книги, мы будем проводить очень приятное время с экипажем, играть в шахматы, заниматься какой-то интересной активностью, которая позволит нам хорошо провести время. Надо было нам все-таки, мы с тобой спорили, продавать ли им билеты в путешествие на Луну. Они хорошо проведут там время. Это хороший отпуск на 8 месяцев. Так, Катя, будете говорить? Окей? Могу ответить. Хочу отметить, что мы с нашими коллегами договорились, что будем учить арабский язык с моей стороны и также со стороны Салиха русский язык. И нам в этом помогут наши американские коллеги, потому что наш второй язык в эксперименте английский, и уже два наших участника очень хорошо говорят на этом языке, и это, безусловно, поможет нам поддерживать общение друг с другом. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, пожалуйста, если кто-то хочет, наверху нет больше вопросов.
Правильно я понимаю? Так, спасибо. На первом этаже есть ли вопросы? Пожалуйста. Я не вижу. Олег Волошин. Олег Волошин, есть? Олег, вы глухой? Скажи, пожалуйста, Олег, у нас есть на первом этаже вопросы к ребятам? У вас есть микрофон? Добрый день, Хардар Джабури, телеканал Раштудей. Если позволите, первый вопрос будет как-то по-арабски, разнообразим чуть-чуть, если вы не против, к господину Салих Аль-Амери. Саламу алейкум, хайик фил асима русия, Москва. Суал басит, лакин кад якун амик. Яни, ауэл таджриба. ما هي أبرز المخاوف لإطلاعكم على البرنامج بشكل كامل؟ 8 أشهر ليس يوم أو يومين لن تروا فيها الشمس حتى. ما هي برأيك أبرز الصعوبات في هذه التجربة الكبيرة؟ если еще один вопрос руководству, أستاذ سالم, تحية طيبة. يعني التمثيل العربي اليوم هو الوحيد لدولة الإمارات العربية المتحدة. برأيكم هل هذه مسؤولية كبيرة اليوم تتحملها دولة الإمارات؟ если можно один вопрос, можно американскому сторону? Хорошо. Спасибо. Значит, уважаемые коллеги, я предупреждаю, у нас осталось для дискуссии 5 минут, потом мы дадим вопрос, возможность экипажу сфотографироваться на память и вам поснимать это, поэтому у нас этот вопрос крайний. Пожалуйста. Саламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Ана джиддан саид, анна таткалам аль-арабия хни, ва табан хаза шараф кабир ли. برجوع لسؤالك الحمد لله نحن مستعدين وعلى تم الاستعداد من الناحية البدنية ومن الناحية اللي هي النفسية بعد نحن وصلنا لمرحلة جدا متقدمة في التدريبات وبإذن الله إن شاء الله ماشي أبدا أي صعوبات في هذه المهمة راح نكون كلنا على يد واحدة طاقم عالمي لكن الطموح واحد أو الهدف واحد بإذن الله ومشكورين прошу нас извините у нас нет переводчика арабского языка но два слова, Салем, скажите два слова, потому что у нас time is money. شكراً لأخ خالد على سؤالك. طبعاً هاي مسؤولية كبيرة للدولة وهاي يمكن أول مهمة ندخل فيها من ناحية السيريس 21 ولكن دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بمركز محمد بن راشد للفضاء دخلت مهمات كثيرة منها مهمة حزاء المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية وإطلاق مسبار الأمل وأيضا إطلاق أقمار صناعية مختلفة فنحن اليوم نتوقع أنه طبعا مسؤولية كبيرة ولكن كدولة وكالأخ صالح قدها وقدود إن شاء الله شكرا Уважаемые коллеги, напоминаю вам, сейчас командир экипажа сдаст рапорт исполнительному директору проекта и руководителям проекта. После этого экипаж проследует в наземный экспериментальный комплекс, и желающие могут задать вопросы руководителям проекта. Уважаемый исполнитель, директор международного изоляционного эксперимента «Сириус-21», экипаж «Сириус-21» прошел подготовку в полном объеме и готов к выполнению изоляционного эксперимента в течение 240 суток, доложил командир международного экипажа «Сириус-21» Блинов Олег. К выполнению научной программы международного эксперимента «Сириус-21» приступить. Есть.
А сюда? И сюда, и туда. Welcome to Greece. Пока! Спасибо! Спасибо за внимание! Ну что, мы готовы? Готовы. В добрый путь. Спасибо. Мы рады вас будем увидеть здесь же через 240 суток. Спасибо. Удачи, ребята. Приступить к консервации. Хочу вам представить ведущего инженера нашего института Анастасию Степанову. Она прекрасный специалист в этой области, но за ее хрупкими плечами несколько очень серьезных экспедиций. Она участвовала в проекте «Сириус-19», она работала в марсианской программе в Соединенных Штатах «Марс-160» и работала на севере Канады и Соединенных Штатах в изоляционных экспериментах на островах. Вы обратите внимание, что она опечатала объект на 240 суток. Мы ребят закрыли. Захотят ли они выйти, они имеют право всегда. В наших экспериментах наземных есть такое правило: если человек захочет выйти из эксперимента, он имеет право выйти из эксперимента, не объясняя причину, по которой он выходит. Таких прецедентов практически в нашем институте не было. Мы хотим поблагодарить всех сегодня присутствующих. Мы будем рады вас информировать о ходе проведения эксперимента. Журналистов я прошу с Олегом Волошиным контачить, он замечательный специалист в этой области. Если кому нужны будут фотографии по ходу эксперимента, мы готовы будем их представить. Теперь вы можете, у нас до старта осталось еще 8 минут. Если кто-то захочет снять, как ребята находятся в объекте, то можно подняться на второй этаж, там есть НП, там можно это поснимать. Минут через 15 мы будем рады, если кто-то из вас захочет взять интервью у руководителей проекта, мы можем там такую предоставить возможность. Пожалуйста. Олег Волошин, покажись, где ты? Олеж, сейчас запускаем ребят, руководство здесь, и потом журналисты, кто захочет взять индивидуальное интервью, мы здесь встречаемся. Спасибо всем.